Вот это мы входим в литературный музей. Как зал называется? А, входим в золотой зал литературного музея. Вот здесь уже люди, идет подготовка по всю. Вот это Таня. Таня? Тань, я снимаю. Улыбочка, улыбочка. Это вид со сцены. Это так, края. Ариночка, скажи, пожалуйста, что-то. Хорошо, сними композитора. Что ты хочешь сказать, а? Вера Михайловна, да. Скажите, пожалуйста, какое-то интервью. Я сейчас снимаю видео. Я не в настроении. Не пока не в настроении. Ну, хорошо. Тогда потом. Сними композитора. Композитор, а где он? Да, вон. Тут вот. Беленький? А я его снимаю. Вот это композитор. Как его зовут, композитора? Олег Полевой. А это композитор Олег Полевой. Ага, сейчас, давай, покажите, пожалуйста. Сейчас. Ага. Вот он проводит. Ага. Так.